Слушай, Панкрат, ты вот только что объяснил, что люди все так прекрасно придумали. Права человеков, конвенция, суд по правам человеков. А власти Хумры взяли и нарушили мои права. Причем самые главные. Им ничего не было. Почему тогда на мою защиту не прилетел весь военный флот цивилизованных миров, а? Давай я попробую ответить так. Права человека — это договор, позволяющий людям нормально жить в обществе, состоящем из очень разных человеков и культур. И да, система пока совсем несовершенна и иногда дает сбои. Как, собственно, и сам человек. Отсюда очень простой вывод. Права человеков — забота самих человеков. Пока большинство человеков не начнет следить, чтобы власти их соблюдали, ничего само по себе работать не будет. А вот защитники прав человеков — это такие тайные ордена рыцарей с лазерными мечами вроде джедаев. К сожалению, защитники прав человеков не бегают с лазерными мечами и не крошат врагов в капусту. Хотя, если честно, иногда им очень хочется. И ничего тайного в их деятельности нет. Это добровольные объединения гражданских активистов и просветителей. В первую очередь, защитники следят за соблюдением прав человека, и если чьи-то права нарушены, они вмешиваются, информируют прессу, создают общественное мнение. А в крайнем случае, помогают пострадавшему обратиться во Всемирный суд по правам человека. Смотрите. Первое. Это тот, кто рассказывает человекам о правах человека. Второе. Он смотрит на то, какие права человеков нарушаются на тех или иных планетах и рассказывает об этом как населению этой планеты, так и всему человечеству. Третье. Он помогает конкретным человекам организовать их защиту. Ну и это тот, кто в крайнем случае еще оказывает прямую помощь людям, помогает даже ужасным стабилинам начать уважать Всемирную конвенцию прав человека. А откуда берутся эти защитники? Да, вот допустим, я решил стать правозащитником. И что мне делать? Надо экзамен сдать? Хе-хе, нет, экзамен не надо. Но учиться все равно придется. В первую очередь, учиться критически воспринимать информацию и мыслить самостоятельно. Узнать больше о своих правах и научиться их защищать. Смотреть, чтобы и права других человеков тоже соблюдались. Для начала в твоем городе, потом и во всем мире. Главное верить, что мир можно изменить к лучшему. И это можешь сделать именно ты. Или ты. Или ты.